Предлагаю вам короткое видео с бокового видеорегистратора. Проезд через Новосибирск. Мешает съемке дождь, правое окно покрывается каплями, ухудшает съемку. Но кое-что разобрать можно. Это вот жилой массив новый. Красивые дома сейчас начнутся. Новосибирск расстраивается. Высотки стоят. Тут решил немножко разбавить, скажем так, основное видео, где монотонное движение по трассе, кроме обочины дороги там практически больше ничего нет. Ну вот, чтобы глаз немножко расслабился, что ли. Вот, посмотрите на дома, красивые дома. Повторю, что это жилой массив, он чуть в стороне. Дальше будет вот Пятерочка, по-моему, да? Или что это такое? Торговый центр Дивногорский. Пасмурная погода. Ну, за жилым массивом начинается промзона. Решил не вырезать этот участок. Просто посмотрите. Двигаюсь к реке Обь. Ну, видно будет плохо реку, потому что отбойники, они будут перекрывать панораму на реку. Вот обратите внимание, сколько будет праворульных автомобилей. Съемка на видеорегистратор DataCam. С правого бокового окна. Ну вот, еще немного. Еще немного вот промышленной зоны. Ну а дальше начнется уже сам город Новосибирск. Высоковольтные линии, гаражи, частные постройки. Про Новосибирск вы можете в интернете найти много хороших профессиональных видео, где комментарий профессиональный. Ну и информация от специалистов, от гидов, которые расскажут более интересные факты о городе. Продолжается по-прежнему промзона. Одноэтажные домики. Какие-то организации.
Вообще-то можно было это вырезать. Но уж не хочется снова влазить в редактор. Впереди камера. Ограничение 40. Гаражи, домики, гаражи, домики. Опасность. Ограничение 40. Везде живут люди. Новосибирск — это очень мощный, скажем, если так можно выразиться, город. И в плане научном. То есть очень много учебных заведений. Кстати, в Новосибирске организован интернет-университет, называется Intuit. Это удаленное получение удаленного образования. Забейте в поисковике Intuit университет. Там готовят специалистов разных специальностей. То есть можете по своему желанию выбрать любую специальность. Сдав зачеты и экзамены, вы сможете получить диплом государственного образца. Но сдать зачеты и экзамены не так-то просто. Тем не менее, кто думает о самообразовании, о повышении своего профессионального уровня, в Intuit'е вы найдете для себя все, что вам необходимо. Замечательный вуз, обучение удаленное, ну, может быть, на экзамены, на зачеты, на сессию надо будет приезжать. Там много. Плохая дорога. Ограничение 40. Там много разных вариантов. Продолжаем движение по промзоне. Не знаю, что это тут ограждение с колючей проволокой, может быть, пенитарная, или как называют, ну, тюрьма, короче, наверное, не знаю. Кусты, правда, мешают немного. Но они сейчас уже закончатся. Так что, да, вы, наверное, знаете, что Новосибирск — это огромный научный центр. И подтверждением этому вот является Intuit университет. Я был в Новосибирске и в зимнее, и в летнее время. Нравится мне город, и город,
и люди. Ну, люди везде хорошие, скажем так, разные. Новосибирск один из таких городов. Так, когда уже это кончится, этот кустарник? Ну, я скажу, видео короткое, там 35 минут. Ну вот, кустарник закончился, начинается уже обжитой, освоенный район. Лента. Вот здесь, кстати, на ленте можно остановиться на ночь, на привал отдохнуть. В магазине, в ленте, в гипермаркете. Впереди камера. Ограничение 70. Ну, там туалет, умывальник, буфет. В ленте можно воспользоваться. Ну, говорю, дождь мешает, он, видите, каплями. Вот начинаются высотки Новосибирска. Ну, дома как дома. Кстати, вот в Тюмени, в этом плане Тюмень здорово выигрывает по архитектуре. Так, вот, по-моему, сейчас начнется река Обь. Да, вот река Обь. Но плохо видно, говорят, эти отбойники, они перегораживают вид. Но что-то разобрать можно. Обь проходит через Обь проходит через город. Вот замечательные набережные. Просто великолепные места для отдыха. Мы видим порт, краны стоят, абусы. Абус. Как расшифровывается? Что ж такое, постоянно перебивает эта дама. Дождь не сильный, но люди без зонтиков ходят, без зонтов. Ну, это туннель под железной дорогой, короткий. Ну, вот начинаются уже дома самого города. Вот остановки на светофоре.
разукрашено все вот этими надписями. Они, откровенно говоря, раздражают. Ни вкуса, ни смысла, ни содержания. Какая-то хрень написана. Все влияние этого Запада. Бывают на домах красивые граффити, на самом деле произведения искусства, работают мастера, можно просто залюбоваться. Ну а шпана вот пишет, рисует, разрисовывает стены. Вот сейчас, например, в Москве идет такая тенденция, трансформаторные подстанции, какие-то инженерные помещения, здания, их художники граффити разрисовывают профессионально, красиво, или лесной пейзаж, или изображение животных. Глаз радует. Ну вот ничего нельзя рассмотреть, он снег с дождем. Ну, осень, Новосибирск. Дальше будет более густой снег пойдет, но это уже на трассе. Очень много припаркованных автомобилей. Это что такое? Не смог прочитать, какое-то детство, здание. Университет «Синергия». Тоже довольно известное учебное заведение, очень серьезное. Повторю еще раз про Intuit университет. Для самообразования, для повышения квалификации своего уровня профессионального. Посмотрите, Intuit университет. Много магазинов маленьких. Аккуратные ухоженные дома. Но еще раз повторю, что архитектура Тюмени, например, ни в какое сравнение. Ну, нельзя, скажем так, сравнивать. Нельзя сравнивать города. Это я так по непрофессионализму. Ну, вот дождь мешает, видите. Очень плохо видно. Но люди без зонтов, капюшоны накинули. Ну, сибиряки. Это РЖД, Западно-Сибирское управление железной дороги. Так, ну, не буду больше ничего говорить, смотрите сами, потому что я не могу, вернее, не знаю, что говорить нужно, комментировать.
Он с зонтиками ходит уже. Снег все усиливается. Вот чем хороша объездная дорога, северный обход, уже бы Новосибирск давно проехал, был бы позади. Вот эти вот остановки на светофорах, ну, как таковых пробок не было в Новосибирске, серьезных пробок. Движение затруднено. Но пробок нет. Но много времени на это теряется. Строятся магазины. Чучвара, мангал. Ну, смотрите сами. Все, больше не буду отвлекать вас, мешать. До следующей серии.
Впереди камера. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 70.
Впереди плохая дорога. Ограничение 30.